сверхпрестижные вузы, типа Гарвард, Стэнфорд и так далее, это про регалии, это про связи, это про престиж, это про статус, это не про знание. Потому что знания вы гораздо лучше получите либо в престижных, но технических вузах, типа MIT, Caltech и так далее, либо просто в гораздо более мелких вузах. То есть там университет Висконсина, например, в городе Мэдисон, там университет Колорадо, там в городе Болдер и так далее, или в городе Денвер. У них просто много кампусов в разных городах и так далее. То есть, UCLA в конце концов. Там будет гораздо все пизже, там будет и дешевле, и качественнее, чем в Гарварде. Вот такая моя позиция. Ну, пишет, Беркли престижнее, пишет MIT. Смотри, MIT частный, а Беркли государственный. Сложно на самом деле сказать. Беркли это в конце концов просто один из кампусов Калифорнийского университета. Если что, Беркли, UCLA, Ирвайн, там Санта-Барбара, Санта-Крус, это как бы все один и тот же университет, просто разные кампусы. Просто это настолько огромные кампусы, что про них никто не думает, что это кампусы. То есть их обычно считают отдельными университетами. Беркли из них самый старый, кстати, из вот всех кампусов UC, University of California. Беркли самый старый. Беркли вторая лучшая госшкола в мире. Может быть, да. Вот здесь рискну предположить, что да, но, кстати, не во всем. То есть лингвистику в UCLA гораздо лучше дают, чем Беркли. То есть вот здесь поручиться могу. Беркли вообще про другое. Там тоже есть лингвистика, но просто на фоне UCLA там, вообще ни о чем.